У вас большая премьера сейчас, фильм «Непрощенный» по очень... Спасибо, что вы вспомнили, да, да. Угу. Почему согласились? Помимо денег, хотя это тот редкий случай, когда о деньгах я вспомнил уже, наверное, в конце съемок, что, в принципе, за это еще могут заплатить. Ведь наше общение с людьми строится... Скорее, мои съемки строятся на моем личностном отношении на первом месте с режиссером. Я его уважаю или не уважаю как человека. Потом материал, потом деньги. Вот, наверное, вот ровно в такой градации. Поэтому мне очень симпатичен был Сарик Андреасян. Я никак не могу эту фамилию армянскую выучить. Как человек. Он очень умный, тонкий, интеллигентный человек. Вообще вся семья Андреасянов очень интеллигентна. Поэтому, когда он мне в ночи написал, Дима, мы с ним не общались.